Причиной того, что дворы частных домов по проспекту Байдибикбе оказались затопленными дождевой водой, стали забитые арыки. По словам местных жителей, поверх арыков были построены магазины и другие коммерческие объекты, которые мешали прохождению воды. Несмотря на это, работники ТО ЛТД Турмы своими силами пытались прочистить арык. Далее вода оттуда уходила, там был сток, но все теперь там забито. Понастроили магазинов всяких. Воде некуда уходить, вот и идет в дома. То, что уровень воды начал подниматься в микрорайонах Северо-Запад, Шугала и Самал, виноваты те же забитые мусором арыки, говорят специалисты. Живущие у ирригационных систем некоторые местные жители, по словам специалистов ЛТД Турмыс, имеют нездоровую привычку выбрасывать свой мусор в эти самые арыки. Вследствие чего даже после непродолжительного дождя вода начинает идти в дома. Ничего опасного не случилось. Вода поднялась совсем незначительно. Беспокоиться не о чем. Мы совместно с работниками ЛТД Турмыс очистили засоры, и уровень воды резко снизился. По городу для борьбы с нахлынувшей водой были задействованы около 100 работников и 20 единиц спецтехники. По словам специалистов ЧАЭС, уровень воды от дождей составил 23 миллиметра, что и не является опасным показателем. Но на всякий случай возле арыков были уложены 1600 мешков с песком.